Вот красота. Спутники Юпитера влезают в кадр. Ну разве не прелестно? А вот и он сам. Какая краса. Все, вижу 4 спутника. Ха, 9 апреля 2020 год. Надо же, уже так явно светло. А неплохо получается, пожалуй, даже лучше, чем предыдущий дубль. Так, 9 апреля 2020 год, Харьков. 5.24 по Киеву. Тут у нас и Каллисто, и Ганимед, и Ио, и Европа, и, конечно, царь горы Юпитер. 600, наверное, с чем-то сейчас миллионов километров до нашего Юпитера. Вот. Ловлю как могу. Да, хотела поснимать пара от планет. Тут у нас еще Сатурн, Юпитер, ну, Юпитер, Сатурн, Марс. Ну вот, если Сатурн я еще на прошлом дубле поймал в кадр, то с Марсом уже не срослось. Сейчас уже и Сатурна не вижу. Ладно, снимем Луну и будем считать, что это были чудесные съемки. Ха. Попробуем сейчас. Вот так сделать. На фоне объектов движения Луны более наглядно, чем просто по кадру перемещения. Слишком близко вышка, наверное. Так, ладно, сейчас в полный кадр Луна. Вот она, красавица. Куда ж ты? Скаканула так резко. Красота. Да, за ночь провернулась Луна по часовой стрелке довольно капитально. Тихо был вчера, ну, условно говоря, на 5 часов. А сейчас он на 7 часов, если рассматривать Луну как циферблат. Потому и кратер Аристарх у нас залез куда-то в гору. Прелестно. Прелестно.
Да, сколько ж там этих кратеров? Кто-то их когда-то посчитает. Атмосферы нет, и каждый сохраняется миллионы лет. А вот тебе, пожалуйста, и кратер тихо. Тихо, Брахе. Брахе, Брахе, тихо. Да, ну, в общем, единственное, что сегодня не получилось, это снять Марс. А там бог его знает, может, он даже в кадр-то и влез. Просто увеличить его не получилось, потом его просто не заметил. В общем, неплохой получился выход. И опять же, на сегодня уже обещали плохую погоду, а пока облака только на горизонте, а тут дымочка. Переносимая. Триста пятьдесят шесть тысяч километров. Да плюнуть можно. Класс, мне нравится. Ёлки. Цель была не такая. Но что получилось? Вот тебе, пожалуйста, объект, чтобы видно было, что это не тренога смещается, а именно относительно этого каната, этой вышки движется лунище. То есть вот эта темная полоса, это канат вышки. Чудненько. Но не будем злоупотреблять. Ладно, сейчас, наверное, поснимаю еще фотографии. Так, у нас сегодня два удачных дубля. Очень неплохо. Девятое апреля 2020 год. Харьков. 50-я параллель северной широты. Глянем в сторону рассвета, там у нас уже облака обещанные надвигаются. Ладно.